гора летучих лис и заснеженное царство. По легенде, в суровых землях зарыты несметные сокровища. Те владения со смрадным туманом способны заслонить небо и луну. Омерзительную восьмерку. Говорят, даже Ракшаса странится в три части. Борясь для добычи третьего. Созерцая перемены. Кто первый достает сокровища? Пожалуй, титул на века! Гора летучих лис убивает нечестивых! Владеем! Никогда не светят возмездие! Скрытый лис.